Тигр отправляется. Хорошего полета, Феррон, и удачи. И вам, капитан Рейс. Стратком поставил новую задачу в районе Меркурия. Кроме того, доступно еще одно задание для пилотов. Эйджеки СДФ заправляются на Титане. После боя с участием Олимпа они нас не ждут. На нашей стороне фактор внезапности. Ударим по ним. Возвращаемся на Титан? Именно так. Постарайся на сей раз держаться вместе с нами. Ты целую минуту пробыла, капитан. Это не мое. Жаль, а я уже хотел тебя повысить. Не смей. Я буду направлять вас в возмездие, сэр. Во время заправки боевые возможности кораблей ограничены. Главная угроза — шустряки и эйджеки, находящиеся в воздухе. Принято, Итан. Фронт почти выбил нас отсюда. Хотите отомстить? Еще как, Итан. Скар-1, вышка предупреждает о плохой видимости и сильном ветре. Ну и туман. Диспетчер был прав. Лучше держаться поближе. Точно. Вы прямо над точкой. Отмечаю позиции на ваших экранах. Обнаружена группа кораблей. Всего 5. Разрешаю атаку. Задайте им. Сэр, атакуйте Эйджек. Отлично, чума. Минус один. Осталось двое. Пускаю ловушки.
Принято. Комитет по встрече. Ну что, представимся? И где мои манеры? Все шустряки уничтожены. У вас чисто. Асы еще целы. Не захвата. Цели на 11. Остались еще цели. Разберемся с ними. Ловушки. Один готов, второй остался. Не упустите этого аса. Итан, у нас чисто? Так точно. Асы уничтожены. Хорошо стреляете. Все чисто. Точка под контролем. Спасибо за помощь, Итан. Обычная работа, мэм. Всем Скар, вернуться на возмездие. Работайте с вышкой. Итан, отбой. Вышка, это 1-1. Подходим. Принято. Шакалы, вам разрешена посадка. 1-1. 1-2. Подхожу. Встречайте дрон, капитан. Выпустил шасси для захвата. Захват надежный, 1-1. С возвращением. Сканеры не показывают активных целей.